грядущие дни, как во все времена, недобрым метелям кружится. Родная моя, дорогая страна, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь штормы дым. Классно. Станет небо голубым. Я думаю, что сегодня, в день рождения комсомола, каждый человек старшего возраста отмечает этот праздник. Потому что для нас это не просто воспоминание о молодости. Это еще и воспоминание о той счастливой поре, когда мы жили в прекрасной стране, которую уважали во всем мире. Когда эта страна показывала удивительные результаты, которым восхищались не только в социалистическом лагере, он был очень большой, но и везде. Нас уважали не потому, что боялись, а потому что действительно это была держава, которая могла, ну, скажем так, защитить любого в мире, которая показывала удивительные подвиги, трудовые прежде всего, ну, естественно, и военные. И это понимание, что ты жил как комсомолец в великой стране, и страна могла на тебя положиться, как из известной песни слова, и что мы были частью общего, огромного государства, вот, это было незабываемо. Потом надо сказать, что комсомольцы действительно созидали. Старшие товарищи показывали, как надо, но все великие стройки, Байкал, Амурская магистраль, все, ну, скажем так, теперь то, что ушло, к сожалению, к олигархам, электростанции, огромные заводы, все было построено комсомольцами или при участии комсомола. Вот, и поэтому там из комсомольцев вырастали удивительные люди, герои социалистического труда, передовики производства, руководители крупнейших заводов, фабрик, которые вызывали восхищение во всем мире. Мне хочется пожелать всем нам, особенно комсомольцам, то, чтобы, как было вот в этой песне сказано, что мы пройдем через штормы и дым, и станет небо голубым. И мы опять покажем всему миру, кстати, я думаю, что молодежное движение «Комсомол» нужно возродить, оно есть, ЛКСМ, и там действительно прекрасные ребята работают и, скажем так, являются участниками, что мы с помощью комсомольцев, с помощью вот этих молодых людей покажем всему миру, что мы действительно великая держава, что все вот эти вот шторма и дым рассеются над страной, и мы будем опять вместе идти по правильному пути социалистическому, будем вместе строить великое государство, опять возродим все заводы, фабрики, будут комсомольские стройки, на которых, кстати, мы хорошо зарабатывали. Я сам в стройотряде участвовал, и действительно это были не только, ну, скажем так, моральное удовлетворение, но еще и материальное. Поэтому я желаю всем, чтобы память о комсомоле, память о тех великих годах, она сохранилась, и мы увидели возрождение того, что, о чем мы сейчас все без исключения тоскуем. Потому что все-таки то, что было раньше, с тем, что сейчас, не сравнишь. А если сравнивать, то это не в пользу нынешнего времени. Поэтому с праздником счастья, здоровья и всего самого доброго всем комсомольцам и тем, которые помнят о том, как все это происходило в Советском Союзе. Спасибо вам большое.